Приветствую, друзья, на канал Бабл Плей. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием Surviving the Aftermath. 10 обновление Неизведанной Земли. Итак, друзья, сегодня у нас по планам некоторые вещи. Это у нас химкомбинат, автомастерская, гараж, то бишь четырехколесные друзья, парочку теплиц, чтобы мы могли высаживать подсолнух и из этого производить масленка. Итак, давайте начнем тогда уже сразу с подсолнухов. Так, это вот сюда. Может быть, даже вот так сделаем, да? Да, вот так сделаем. Раз. Два. И здесь у нас будет чисто только, как говорится, бляха-муха, подсолнухи, вот. Так, сделаем. Здесь мы ставим сразу подсолнухи. Один. Есть контакт. Ну и подсолнух сюда, наверное. Думаю, да. Давай подсолнух туда. И, друзья, я бы еще парочку теплиц построил. Чисто ради... Сколько у нас людей? Блин, 5. Мало. Ну ладно. Давай построим еще... Не, нам пока что не надо. Я думал зерно построить, но это потом, в следующей серии ставим. Так, гараже хочу где-то здесь, наверное, построить. Тут у нас вроде бы есть местечко, электричество рядом, чтобы не тащить. А, у нас еще и здесь, а, ё-моё. Так, надо еще одну сюда поставить, вот такую вот бочку. Ну, давай так поставим, черт с ним. И сюда мы запустим, значит, друзья, куриц. У нас куриц нету. Так, хорошо. Значит, что мне надо сделать? Как видите, да, у нас, друзья, лес просто. Сколько здесь деревьев? 504 деревья. И у нас тут просто бомбически все происходит. Так что, ага, тут что-то закончилось, да? Это мы, значит, уничтожаем. Это уничтожить. Тут у нас собирает пластик здесь. Здесь у нас металл собирает. Ладно, женщина, собирай. С едой, друзья, не знаю, мне говорили, что типа лаги с жрачкой, но, честно скажу так, что я пока что лагов не наблюдаю. То бишь, то, что типа жрачка улетает. Нет, у нас стоит вот одна столовая, у нас 1320 еды. Так, колония подростков 9. Так, короче, что я хотел сделать? А, гаражи построить. Нам нужно сюда. Нет, сюда. Гараж. Я думаю, парочку поставим. Раз... Вот три давай поставим. Три гаража нам будет достаточно. Не знаю, ли нам энергии хватит. Блин, Жопа. Ну ладно, посмотрим. Может, что-то протащим дорогу здесь и поставим трансформатор. Даже так и сделаем сейчас сразу. Чтобы не церемониться. А сюда мы что там? У нас что-то, друзья, чему-то засунуть. Смотри, что мы сюда засунем. Вот такую. Или нет, нет, такую не получится. Давай, может, такую можно засунуть. Тоже нет. А, может быть, на маленькую можно засунуть. Тайникер не можешь засунуть. Ну ладно, так, тогда ничего. Походу трансформаторов я не знаю еще, как там у нас получится. Сейчас посмотрим. Так, сюда мы поставим факел. У нас факела постоянно. Раз. Отделим эту зону. Вот так, типа. От больнички. Сюда мы можем дальше что, друзья, поставить. Если надо будет, трансформатор. Он тоже, блин, огромный. Ну, посмотрим. Так, торговый. Сразу продаем. У нас деньги есть, нам надо покупать всякую разную тему. Вот, например, нет, 8 лекарств. Давай, купим одежду. Заодно поднимем репутацию. Купим вот такую тему. Так, у нас 800. У нас очень много рыбы. Давай там на 1000 ее продадим. Она даже ниже 1000 не упала. Так, значит так, следующее, что надо сделать, нам надо построить химкомбинат, но он загрязняет территорию, и нам надо будет построить это
Это в этом районе. У нас здесь, видите, друзья, тут целая, блин, индустриальная зона. Вот так сделаем. Так, сюда мы можем сразу приписать. А выбор транспорта, вау. Это что-то новое. Пассажиры 3. 2 пассажира. Давайте возьмем такую машинку здесь. Это круто, кстати говоря. У нас есть бензин? Да, у нас есть топливо, 66 топлива у нас есть. Нам надо прописать сюда людей сразу же. Давай тебя, дружище, и тебя, подруга. Так, 3 гаража. Вот здесь уже нету энергии, выбор транспорта. Так, 10, 10, 10. Пассажиры 3. Какой-то седан странный, блин. 3 пассажира. Ну и тебя тогда. Надо трансформатор ставить тогда, да? Бляха-муха. Ладно, поставим трансформатор. Как-то так. Он достает вообще здесь? Ну, давай посмотрим. Так, ну, как обычно, да, друзья, вы знаете, да, мы вот такую тему ставим, вот так. Трансформаторов надо окружить, как говорится, с заботой, да. Посмотрим. Мне, по идее, должен, он должен захватить его, выбор транспорта. 10 пассажиров. А почему 2 пассажира только? Вот это интересно. Так, здесь есть, окей. Караван прибыл. Выгружается, да? Давай посмотрим, сейчас у нас вообще электричество. По идее, он должен, он перекрывается. Вот, он достает энергию отсюда. Да, все отлично, все замечательно. Рабочая схема. Так, дальше что нам надо? Химкомбинат, да? Нам надо же производить топливо. Топливо у нас получается, это у нас идет... вот, химкомбинат. Тоже я его отделю, наверное, вот таким образом. Даже, знаешь, друзья, сделаем так. Трогаю вот сюда. Я сделал вот такую тему. Ну, типа. Так, здесь. По идее, там вообще нахер не сдалась эта вот тема. Ну да ладно. Факела. Ну и... чтобы разнообразить эту всю территорию нам. Отлично. Ну и химкомбинат. Будем беним сюда. Вот так. Бамс. Вот уже есть у нас, да? И сюда бы тоже, иначе, друзья, поставим туда мы еще вот такой. Не знаю, почему мне, ну, мне нравится факела, мне нравится, это, значит, естественное освещение. Ну, не то, что естественное, но это вот такое освещение. Хорошо, что эти цветы ничего не требуют. Надо отменить. Отменить. Отлично. Здесь надо будет еще... нам не надо будет второе хранилище этого, потому что, ну... потому что видите, когда... как вот у нас загрязняется территория вот здесь. Вот здесь по страшнейшему, да? А здесь у нас так, более-менее, еще ничего страшного не происходит. Нажимаем П. Так, а почему у нас бензина на это? Стоп-машина минус 60 топлива. Почему никто ничего не несет сюда? У них запара, что ли? Я не понимаю. Так, химкомбинат готов, гаражи готовы, и замечательно, замечательно, нам надо еще бы, кстати, а, тут уже построили, молодцы. Ну, опять же, тогда, у нас территории много. Можем. Потому что я раньше этим не увлекался, я говорю, по большому счету, типа, не ставил никаких цветочков, ничего как-то. Думал, да ладно, зачем это надо? Ну, вроде бы, как, знаешь, по-другому выглядит это все дело.
Так, дорога. Ну и вот сюда. Жаль, что не можно вот так, знаешь, как-то вот так зажать и просто протащить, да? А почему сюда нельзя? Допустим, надо плохих представить, так она есть. Не знаю, почему там нельзя было поставить, ну да ладно. Не суть важно. Тахи комбинат у нас. Бля, метеоритный дождь, это плохо. Так, что у нас не хватает? Металла? А, металл у нас ресурсами достаточно, все. Давайте что закажем еще вот. Металл, 70 штук. Я металл, не знаю, сейчас покупаю его, он быстрее, то есть добывается, так у нас есть чем платить, так что можем это на это просто так взять и забить здесь. Вот еще и здесь, можно даже бенз купить, а не могу торговать, потому что у меня еще человек занят в торговле. Ладно, черт с ним. Так. А Heroes 2 не производит еще инструменты. У нас же... Так, мы, да, друзья, мы производим защитную одежду, мощную самую, да. Так, не понимаю, почему здесь ничего не происходит. Неужели не хватает людей? Ну да, потому что даже здесь ничего не достроили еще. Так, что у нас по энергии? 22 тысячи, производится 170, потребление... 107, 22. А, ну, души это сейчас отключены. Можно было еще парочку это жахнуть? Даже можно было бы, знаете что, друзья? Вот такую тему. Допустим, вот так, да? Ну и парочку солнечных батарей. К вам пришел ребенок. Ай-яй-яй, я знал, что такая хуйня будет. О, что за лаги пошли? Я ж помню, то ж в прошлый раз такая же самая херня была. В связи с тем, что-то... Ну, типа, ребенок пришел и... Завалил, короче. Ну, типа, это уловка. Я же, блин, забыл про это вообще совсем. Йо, пацаны, вы, блин, доски принесите. Оно сейчас раньше сгорит, пацаны. А, кто-то уже чинит его. А, вот он. Красавчик, спасибо тебе, дружище. Сейчас еще метеоритный дождь начнется, вообще будет жопа. О, 15 человек у нас сейчас, нормально. Сейчас будет, пойдет процесс. Тахим комбинат построенный. Сейчас будет готов уже. Ах ты, блин, у него электричества нету. А сколько ты жрешь вообще, кстати говоря? 30 единиц, бляха-муха. Ну, давай. Ну, ясно. А, не, вот есть, достает. Достает, это радует. Так, отмена, отмена, отмена. Отмена. Так, стабаямба, стаямба. Нам бы все в идеале вообще пост... Так, это чинится, отлично.
Ну, мастерскую поставить по ремонту. Кому-то треснули. Кому треснули. Дай, дай. О, вот где-то, да. Так, ладно, здесь это будет ремонтироваться, это понял. А, короче, плюсик. Ремонтная мастерская. На. А, во, нормально. Отлично. Так, большой ветряк. Так, трансформатор сейчас починится. И нам надо энергию. Энергию, друзья, нам нужно энергию. Можем поставить парочку вот здесь, наверное, не знаю. Да. Это готово уже поездки, что ли? Не готово еще. Ремонт, идет ремонт. Так, здесь все хорошо. Так, 11 человек. Здесь все построили, здесь все замечательно. Химкомбинат построен. А почему нет энергии? А, блин, я же не достаю до этого. Я же передвинул его. Ладно, пойдем торговать. Улю, 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 улю. Торговать, я говорю. Есть что-нибудь торговать? Да, есть чем торговать. Торговля. Конденсаторы. Ну, возьмем топливо, может быть, да? Давай возьмем топливо. Ну, возьмем наборы, например. Что еще можно? Стыбель здесь, ничего? Ладно, что там у нас? Дофига у нас. Ой! Волокна просто целая херва туча. 400. Это... Итак, это тоже можно скинуть. Нахер нам не сдалось. Пайки. Это пусть будет. Бетон. Ну, рыбу можно продать чуть-чуть. 25 отдадим. Черт с ним. Ничего страшного. У нас денег просто целая куча. 7000. А, кстати, друзья, мы же не чистим. Да, гастрономия, мельница. Столовая. Поток. Производство. Подожди, что у нас здесь? Конденсаторы. Идем к прочности. Аккумуляторные батареи, отлично, пусть будет. Контрольное сжигание, производство 30, химкомбинат, отлично, тоже была неплохая тема, это изучим. И у нас будет производство электроники, останется последнее, и изучение этой древи, ветви этой древи будет закончено. Переместить рабочую зону. Ну, допустим, где-то вот сюда, наверное, да? А второй мы можем, друзья, поставить. Залезет, конечно, не знаю, или точно полезет. Хватит. Блин. Нет, не хватит места. К сожалению. Ну ладно, все, можем сюда вот забуменить, правда? Правда можем? Правда можем. Чтобы как-то в этом радиусе вот это здесь чинить здесь. Кстати говоря, дорогу можем провести здесь или нет? Нет, не можем. Стоямба. Захотелось. Свинья апельсинов, как говорится, да? Так, за конденсаторы завершены. Так что у нас тут сжигание. Так, это сейчас будет готово уже. У нас будет производство. Сколько у нас идет? Плюс 8, 200. Это дает нам сколько? 12, кажется, если не ошибаюсь. К воротам пришел ученый. Что здесь? Ну да, у нас же нет этого. Ткань, конечно. Но надо теплицу. Парочку теплиц надо.
забубенить. Еда. Теплица. Дорога в рай. А сюда мы, значит, друзья, поставим. Надо будет трансформатор, скорее всего, потому что не хватит. Да, надо будет трансформатор все поставить. Электричество, трансформатор. Ну и заодно, знаешь, что, друзья, еще можно все забубенить. Вот такую тему. Или воду поставим все-таки. Подожди, сейчас посмотрим. Не, ну как-то можно, конечно. Не, ну мне вроде бы, знаешь, как это больше нравится. Электричество, но нужно. Плюс, смотри. Ну и сюда, знаешь, забубеним еще. Вот так как-то. А чё на здесь нету? Давай сюда теперь тоже сейчас звоним. Вот так, хлыбысь. И сюда нам надо что? Нам нужно... А подсолнух же мы делаем. А зачем? Бля. Пшеница. Вот что я хотел. Ну ладно. Пусть будет. Продавцы есть, нету? Ну, даже нечего купить здесь, по большому счету. Кузнечиков надо купить. А, нет, не кузнечик, это просто. Он идет плюсом сейчас. Почему-то минус 3. Ладно. Насос. Блин. Ну и знаете что, друзья, сейчас врубим, мы сюда поставим вот такую дуру. Короче, не могу ее поставить только. На, блаба, вот так, нормально. Отлично. Так, все у нас работает, все у нас шикарно. Так, где там это? Я же построил еще одну, да, вот это вот, да? Переместить рабочую зону. Давайте поставим. Нормально. Одного человека, друзья, достаточно, потому что нету смысла ставить троих, потому что он только запускает ремонт, а ремонтирует вот эти чувачки, которые бегают. Так что у нас здесь не хватает. Все это все нормально. У нас нормально, сейчас с деталями вроде бы. Химкомбината почему-то не работаешь. А у нас нету топлива. Нету топлива. Так, что здесь происходит? 96. Статус ожидает рабочую уборку.
Умирает от старости. Вот так, друзья, у нас 122 человека, из этих еще 14 детей. Ну, это в общей сложности, да? Там сейчас будет у нас уже производиться будет топливо. Я не знаю, почему вроде бы у нас здесь есть топливо, не знаю, почему не несут сюда. А, вот уже заправлена одна машина. Принесли им ресурсы. Это радует. Довольно-таки неплохо сегодня, друзья, развились, мы скажу честно так. Я как-то, блин, не планировал, что так быстро все это получится. Скважина готова. Энергия у нас идет 290. Этот еще сожрет сейчас сколько-то там, не знаю, 1000 киловатт. Огромная машина, дура такая вот. Все, процесс пошел, производится топливо. 5 единиц за раз, но нам больше не надо пока что, пусть люди бегают. Так что, друзья, если есть какие-то советы, рекомендации по поводу игрушки, не стесняйтесь, оставляйте комменты под этим видосиком или под любым другим, обязательно прочту, отвечу. Вот, если есть какие-то пожелания насчет новых игрушек, обязательно тоже посмотрю и попытаюсь выйти на канал, как насчет, у меня задавали вопрос насчет Dawn of Man, да, ну мы поиграем эту игрушку, ну со временем, сейчас на эту пройдем и тогда уже запустим Dawn of Man. Довольно-таки интересный проект. Я как не знаю, мимо глаз его пропустил. Даже, не, блин, как-то даже неудобно к себе, по себе получается. Вот, так что, друзья, если опять же вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещение насчет новых видосиков. А на сегодня, друзья, с вами прощаюсь. Вам доброго и пока-пока.